Всем доброе утро. Расскажу, что же у нас сегодня произошло. Я всегда в 6 утра провожаю девочек в школу, а потом ложусь спать до 9 утра, ну, чтобы потом Рамир в обед мог поспать. Так вот, сегодня, видимо, я вовремя не проснулась. Мой сын встал самостоятельно, сделал большие дела на горшок, ну, естественно. Все помыл в своем горшке. И пошел вниз самостоятельно кушать, ну, искать еду. Какие-то печеньки нашел, поел, я сейчас со стола убрала. И потом, когда он поел, пришел меня будить. Мама! Мама! Кто так делал? Я. Сейчас Шухрат скоро за нами приедет и заберет нас к бабушке. Потому что сегодня пришла моя помощница. А чтобы ей не мешать, мы сваливаем из дома. Вот. Ну а пока мы сейчас не попьем кофеечек. У нас такой сейчас каламбур был. Ранелька спала, но ей надо на гимнастику. Шухрат ее везет на гимнастику, значит, они собрались. А мы с Раминкой идем на танцы. Так вот, мы разделились. Так вот, Ранеля с просони забыла свою форму. Я ей побежала, отдала. Одела один кроссовок, свой один Раминкин. Рамина сзади бежит и говорит: «Отдайте мой кроссовок». Шухрат злой, говорит: «Я сегодня уеду или нет?» Говорит: «Сейчас опоздаю на гимнастику». В общем, ладно. У нас всегда так, трое детей, да? И пока все соберутся куда-нибудь, ужас. Смонтировать видео. Да? Ну ты вообще деловая. Теперь все видео монтажить будешь ты. Окей. Мама, ты тогда этот аирдроп включи. А, ты мне передашь. Давай покажем. Давай, как ты научилась, да? Сейчас прям? Да. Поздравляю. Почему левую? Молодец. Рамир, кто тебе конфету дал? Ух ты! Я дала, а на нее показывает. Ух ты, какой Рамирка! Я ведь тебе давала. И ты тоже дала, что ли? А ты что дала? Половинку конфетки. Ух ты, она поделилась. У него вон какая огромная. Вот так вот. А, ты ему знаешь, что дай? Ремшик? Ага. Он любит. Да, Салтан вчера рассказывал, он так говорит, лопал вовсю, с удовольствием лопал. Тия. Чай. I have my tea. У меня есть мой чай. Yes. I have my breakfast. У меня есть мой завтрак. Yes. Ням-ням-ням. Ты Доша хоть меня целуй, все равно нету конфеты. Уже слопали конфеты. Ну съела я конфету, нету больше. Ну съела я конфету. Ну где я тебе конфету найду? Я съела. Значит, уже сама ты соображать начала. Вот это и называется закон бумеранга. Поэтому я не просто Ранику защищаю, но и тебя же саму. Это может вернуться через тут же или через некоторое время. Вдруг она сильно рассердится и... Ой, что это за пацан понтовщик. Такой? Понтовщик. А? Понтовщик. Почему? А ты не понтовщица? Чем? Посмотри, уши напялилась. Зачем тебе уши такие огромные? Я эльф, я фея чудес, я творю чудеса. А? Я могу сейчас загипнотизировать тебя и сказать, чтоб мы завтра не поехали. На английский. Амина. Что ты хочешь? Туда?
Ну там холодно. Ну ладно, пойдем. Да? Тогда скажи. Да. Рамир. Вил-вил. Где Вил-вил? Рамир, сделай лицо. Сделай, знаешь, какой? Строгий взгляд сделай. Это не строгий. Целый час нам ждать Раминку. Поэтому пока дождь не пошел, мы пойдем с сыном прогуляемся. Попьем кислородный коктейль. Да, сынок? Да. Да. Ну все, да. Он за любой кипиш. С сыном пришли полопать. Что это такое? Кислородный коктейль. Да? Карами называется. Мы будем лопать, да? Да. Вкусно тебе. Что? Давай спать. Сидите уже. Пойдем. Как только я собираюсь ложиться спать, то есть до 11 часов, Рамир мне устраивает сюрприз. То есть он очень трудно засыпает. Он будет ворочаться. Сына, пойдем, ухля.